Ань, поздравляю с победой. Еще отдельно поздравляю с тем, что мы не пропустили ни одного мяча в двух матчах. Насколько это было важно для тебя, как для защитника? Спасибо большое. Это всегда важно. Это очень важно, тем более в домашних матчах. Тем более мы должны были сыграть намного лучше. Вот. Но главное победа, главное 3 очка, главное 0 в своих воротах. Дальше будем двигаться, готовиться лучше, что-то исправлять, потому что я не очень довольна нашей игрой. Ну, главное — результат. Недовольными содержанием игры или счетом? По-твоему, могли больше забить? Могли больше забить, и содержанием тоже. Могли лучше играть. Я понимаю погодные условия, я понимаю, что соперник там где-то время тянул, где-то как бы играли на разрушение, но все равно мы готовимся к Европе, мы хотим выйти на чемпионат мира, поэтому мы должны играть лучше, гораздо лучше. В первом тайме забили всего один гол, во втором тайме 4, причем в конце уже. Это соперник уже подустал или мы смогли прибавить? Может быть, мы как-то выдохнули, стали играть проще и начали залетать голы. Ну, этому есть место быть, и я думаю, что именно поэтому. Если бы в первом тайме мы как-то проще, и я не могу сказать, что не хотели хорошо играть, не хотели забивать, не хотели выигрывать, хотели, очень хотели. Может быть, из-за этого какое-то такое напряжение чувствовалось, и не все получалось. Во втором тайме уже как-то выдохнули, и как-то стало чуть легче. Ну и, возможно, соперник чуть-чуть как-то уже не так агрессивно, хотя не могу сказать, потому что они все равно бежали в атаку, все равно пытались атаковать. Вот. Как вообще соперник? Удивил чем-то? Ну, мы готовились, то есть мы разбирали полностью по линиям, по содержанию игры, по тактике. Мы ко всему готовились, и, ну, в принципе, к чему мы готовились, то и было. Вот. Не играли там нападающие. Вот. Не все игроки играли, к которым мы готовились. Вот. Но, тем не менее, к чему готовились, то и было на поле. И финальный вопрос. Открой секрет. Что ты говоришь перед матчем, когда вы все стоите в кругу, обнявшись? Ну, это секрет. Ну, есть там важная фраза для меня, а в целом, как бы, по ощущениям, просто я была бы рада, если бы девчонки еще говорили бы что-нибудь, как-то добавляли. Вот, а так, в целом, как настрой, как что я чувствую, то я говорю. Не знаю, даже никогда не задумывалась, что нужно говорить. Ну, то есть, как вот по ощущениям. Главное, что подействовал. С победой! Спасибо!